слишком далеко. Какой уебан выгнал ботов нахуй с Дискорда? Пиши администрации. Только так вернуть можно, их не пригласить обратно. Мастер, нужно теперь поддержку писать. Их не пригласить обратно. Ты то есть приглашаешь, он там вроде даже может показывать, но его нихуя не будет. Можно другого, да. У меня в другом дискорде, моб, кажется, дайте, ребят, моб, дайте. Уже догадался. А я какой говно понял. Мак. Кобергер. Жайный час, били-били не уйдет. Три куска надо, три воронки на четвертый. Чуть ниже спуститься может. Да нет, весь рейд. Да нет, я тут один бью трэш. Мы уже прибыли. Витик, ну. Хочу, было два пула, на одном пуле оставили триллион. Кто рыгал? Я не рыгал, ты что? Просто слышу, что какой-то звук идет. И за что мне хотел платиться, почему на какой теперь?
А где ты, в песочнице или где ты, говно? Нет, 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 не в пять раз. Блять, быстро мне, сука, на форум ссылку. Там это... Вот, было написано 1250, а стало 250. В общем, просто шипы бьют на 1000 меньше, ровно на 1000, все. Бычий, ссылку мне на форум, где это? Да что тебе ссылку давать, я тебе говорю, как есть. Не, не без разницы, дай мне это почитать, глазами это увидеть. Что, мне там зайти? Вы что там? Куда? Я им сейчас, блядь, сука, все выскажу. Иди в обсуждение песочницы. Там, где Зерон написал. Песочница. Обсуждение Т5 бонус. Ты там не напишешь, он закрыл тему. Предложение по ПВЕ там, да? Нет, просто песочница. В песочнице обсуждение бонус Т5. Ну, скинь ссылку просто и все. Сейчас скину. Так, ботов назад вернуть. Бычий, ты в ДЦ? Оля. Пиратор, вот, а будет, вот ссылку кинул. Где? На этом, в рейде-то. В каком рейде? Да вкинь ты его в дискорд, что ты такой наркоман. Давайте в дискорд. Че, у вас аддон? Нет у меня аддон. Кинул его в дискорд. Вот, в общий чат кинул. А, ну вот, мастер Эл тоже. Убили ли чат, кстати? Что, кстати, упало? Говно. Аргус, блядь. Кто Аргус запомнил? Говно. Нахуя вы, блядь, берете? Ну ладно. Где ж мосса травмагер есть? Император, какого ты хуя на первой фазе дал, ёбаный это? Я на второй дал сейчас. Кроме того, что там всегда падает, никогда сука не падает. Не ёбаная Глора, блядь, ни хуя. Не твинька там. Не, у нас ни разу не попадает. Кто умрет? Давай посмотрим. Хант умрет. Таун, ты куда? Таун. Там все прожал, кроме Таунта. Где ты, блядь, чувак? Голову кинул на котла с антифе.
Поверните ее нормально, блять, боком к рейду, ебаный р. Кто там? Кидайте следующий LTP. Это император, скажи, мол, вот я донатил это, возвращайте мне это, бонус, а шмот забирайте. Реально, я бы, блядь, сейчас бы локом играл. Камон, вот. Вы... Ворошок, ты дебил, что ли? У тебя все так же они останутся дамажи. Там просто срезали базовый урон, и все. На тысячу это, они будут бить меньше. Урон, ёбан, на тысячу урона, ёбан, это, блядь, 10%, ой, 5% ДПС, вы чё, блядь, ребят? А ты чё, думал, ты говоришь, что тебе бонус вернули, а эти ты 5 какой потом нахуй баганы, они, сука, пускай идут магов фиксить, пускай варом рассекающий по... Каких магов? Маги дают меньше элемов, алё, блядь, где ты такое видел? Скажи ещё, пускай идут ШП фиксить, я тебе въебало плюну первый. ШП и так обоссаны. ШП вообще надо загнать. Пускай, я не знаю, словом звездопад, блядь, идут фиксить. Это из этой же серии. Нет, просто это ебать. Лут сменил. Что привело тебя сюда? Не, нужно, чтобы у челна при проке Т5 он нахуй бы сразу умирал. Чтобы такой челан начинает дамажить, и там скры-папа, пру-пу-ру-пу, и все, и тра-т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 а, и запись. Далашка на императоре. И лемов нерфанули. Ой, как жалко. Такой сложный класс был. Ой. Да при чем здесь сложный класс, царь? Так локов нерфанули очень сильно при том. Чё, блядь, локи ныли. Потому что он гущеный сильно. Я бы еще, в принципе, Blood DK понерфил. Вот эти вот. Их ваншотчущий скилл. Я бы его оставил, но я бы его поделил на несколько целей, чтобы дамаг делился на количество целей. А то он подходит в РБК и ваншотит пачку трэша. Заебись вообще, да? Охуенно. Blood DK. Он, короче, там... Да, раз в 6 секунд может, короче, пустить кливом, там, наверное... Ну, перед собой там в определенном радиусе. Ну, там огромный радиус, короче. Вот. И с этого клива убить просто всех мобов. Там по 80 тысяч криты летят по всем просто. Это вообще, это, ну, это законно, вы мне скажите. Мосо, я тебе расскажу, у Элема есть сброс к агро, вообще-то. Блядь. Да этот ветерок может все в жопу подуть, блядь, им. Ну, так ты, блядь, дуешь и умираешь, нахуй, какая разница? Вообще виноваты танки, блять, вот с сомалийского хуй сорвёт. Все, вы смотрите, смотрите, как горит вообще. Ай, пш-пш-пш-пш-пш. Пылай, пылающий император. Я вот не ною, что как бы у ШП изначально вообще сын говно. А потом, на ШП нужно вообще долгоногого нахуй убирать.
Да, давайте. Давайте. Надо проб на 30% нахуй именно вот для шупе, чтобы отдельно, блядь, прописано было. Хуй там тебе, а не проб, блядь. Получается, не надо, если блядь, бы я собрал 4 куска и давал больше для ДПС, это ты нужно по ворот купиться? А за киллер, где куда делать? Зайди на форум, там каждый, блядь, третий ШП ноет, что у него Т5 не дамажит, блядь, по отношению к другим спекам, понимаешь? Да я шучу, мне просто как, мне в принципе-то похуй. Да, давай ссылку сразу. Понимаю, да донатил. Да мне просто интересно посчитать было полностью обнову. Блядь, новые шмотки я делал, забыл засокиться, изучались. Я не знаю, я ни разу не видел, чтоб Корсер был Агрон. Как дела? Добро пожаловать, герои! Да он тут. Там еврей какие-то дикие цифры выдавал, по-моему. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в Цитадель Ледяной Крови. Ну да, вжаться нахуй, сорвать Агро, чтобы умереть, да. 0,5% инфицации. О, дальше, давай, влетай. Вы более достойны соперников в огромном круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий Биви. Твой герой! Я хочу еще три куска. А я хочу опять. Послышим бегать голубей. Голубей, ебать! У каждого разные приоритеты вот тут. У нас демона нет, да? Нет, умирает. Хотя заряд реков там ничего не ноет. Ну да, еще хуже, бля, Шередер, что будет теперь 10 там? Поверни того, который вышел, пожалуйста. Вот бой. Молодые люди. Пойдем еще толка 25. А это тема, кстати. Чулан, ты гару уже закрыл?
Ты говно обоссанное по сравнению с ДЦ. Я вообще ДЦ докинул, не считаю. Забыл, что ему зад. Так, нету. Чулан, ты шо? Гонишь? Блять, берсубы все зачарить, что ли? Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Я сколько, кстати, не летал, там вообще ни разу не находил. Хочет, чтобы все делали как панда. Нет. Дело по ДП. Я просто прокнул, я не мог отойти. Войт, смотри, пожалуйста, ДПС мастерала и ж. Теперь смотри мой шмон. Просто Шреддер Т5, иди нахуй. Сакрис 12. Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с Ты что, ебанул? Успокойтесь! А вы тоже нет. Считаете, что Шреддера нельзя в ДДС-5, потому что он не... Турнир продолжается. То, что он так нормальный пацан, человек... никто не отрицает. Так человек-то он хороший, а вот как... Он похуел, да? Какое говно. Там нет тонкостей. Там одни толстости. Там нет тонкостей, да. Что тебе угодно? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости.
Если бы я зачарился, я, возможно, больше Шреддера бы дал. Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Падай. Нихуя, какой он потанчивает нахуй, он фул ПВП на. Это кого? Шокола? Танк распределил. Слишком. А чего вы ДКшники не умеете тянуть? И молния от императора летят, блядь, в черепок. Охуенно контроль. Красава, блядь, таргет молнии. Император, ты под чем, блядь? Нам надо ее контролить, а не пиздить, нахуй. Хуй. Я дезориентацию, но... Да ей косты сбивают. Ну да, дай. Как вы думаете, это нормально, что тут паладинов? Вы мне скажите, когда через частицу пилит полипал, на того, кого висит частица, на него идет свет небес. Он может пилить нахуй мацухой того, в кого частица идет? То есть символ это. Этого не знаю. По-моему, только в цель твоего каз. Потому что он только на свет небес. У тебя же он не свет небес, а просто отхил дает частицу. Мне кажется, он по идее он должен хилить, который я хиляю, а не частицу тоже. Ну, про частицу вообще понятия. Мне кажется, нет. Он даже на супле так не сидел. Беги, малышка, беги! Ну нет.
так должен работать. Понимаешь, только до того, что небес, который ты кастуешь на Адуц, например, блядь, вот тебя кастую, да, частица инфлюенции, она должна хилить тебя светом небес, а тех, кого я хилю, например, себя, вокруг меня должен хилить, а вокруг тебя не должен хилить. И, по идее, ему так не должен хилить. Потому что частица хила... Ну, короче, какая суть? Частица... Своти отображает хил... То есть, по идее, она не должна работать как свет небес. Короче, я как-то протопалом джагу хиловскую кидал. На Вале, ой, на Лану, и 13 хпс выйду, когда 3 хила хилили, один из них, да, на актуале. Мякиш, сколько дашь на Вальке в хиле своем полипали? После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Да ХПС это полное говно. Вот количество хила это уже другое. Я всегда говорил нахуй людям, которые думают, что что-то знают за холипалов, говорят нахуй там где кнопки, что-то они делают нахуй. Отыграйте так дальше, блять, я посмотрю на вас нахуй, ракалы. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. На меня на циркуле выебывали, что я танка восьми проябываю. Да потому что ты лох. Да не, да просто, короче, понял, тыкаю диспел, даю фридом, и, блядь, бывает такое, что танк упал. Да, да, да. Холипал во тьме. Да, ты не то слово, то слово хуёвый. Да просто фридом никто не умел давать. Один что умел. Да одного танка чёмно. Друг от друга Я не понял, почему я все сферы черные собирал, а у меня стаки не стакались. Я читаю. А, ебаный выбор.
нанес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Бля, я не понял, на травник КД что ли убрали? Это на этот. Согласен, это хуйня полная. Смотрите, а в конце сезона, начало сезона будет Конор скидывать? Да, у тебя останется 1000 от Конора и 200 АП. Не, у императора нихуя не. То есть то, что у меня 11к сейчас Конор, я его проебу. Оно будет в голду. А, ну эквивалент голды, наверное, вообще не в рот ебически мизерный. Нормальный, тебе хватит. Короче, рассказываю тебе лайфхак. Слушай, пан. Перед тем, как сбрасывается... Я тебя слушать не буду вообще, блядь. Мут нахуй. Перед тем, как сбрасывается КД, короче, этого сезона, покупаешь себе на всю честь, короче, на весь этот... очки арены, весь шмот, потом продаешь на новом сезоне. Но только, короче, выходишь из мира, чтобы 2 часа висело. Короче, не играешь неделю. А парень дело нет, сказал. Там как бы типа сразу давали. Вот именно это. Нет, тут в одного не получится, тут надо развести могу. Ну вообще-то получится, мне похуй. Как сейвил Коннор? Каким-то образом засейвил. Это место станет вашей могилой. Охуенно, блядь. Трэш не умеет, блядь. Ловить, я не пойму. Геру с пола. Чё, ладно, есть Али? Так а что нам не хватило 1%, если не меньше? Беги, малышка, беги! Нет, он ушел, у него температура. Меня слышно вообще, нет? Ремикс Турка ушел. Вот нас заедет.
базу. А, они сдохли. Так, ну кровь магик у меня КД, я говорил. Да ладно. На всех уже квесты закрыл. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Мы Порт маг поставь, пожалуйста. Для бомжей рулить будешь или что, или потом?